Повесть Бориса Львовича Васильева «А зори здесь тихие» – одно из наиболее искренних и проникновенных произведений о Великой Отечественной войне. Историю пятерых девушек-зенитчиц во главе со своим командиром, старшиной Восковым, вступивших в неравный и смертельный бой с немецкими диверсантами, отличает психологическая достоверность и выразительная лаконичность авторского стиля, которые превращают рассказанный в повести фронтовой эпизод в высокую трагедию. Разные судьбы были у этих девушек, но всех их единила одна любовь – любовь к родине. Рита Осянина, успевшая выйти замуж, родить сына и остаться вдовой. Женя Камелькова, красавица с прозрачной кожей, русалка, как ее называли девчата, артистка. Галка Четвертак, детдомовка, подкидыш, фантазерка и головная боль воспитателей. Лиза Бричкина, дочь лесника. Соня Гурвич, вышедшая из семьи доктора медицины, еврейка. Героизм и отвага – качество, которые тянутся через всю повесть красной ниточкой. Эти качества связывают всех героев, даже тех, кто, казалось бы, погиб глупо и неоправданно, потеряв голову. Пять девушек, абсолютно разных, со своими неповторимыми судьбами и характерами, которые шли в бой, несмотря на свои страхи, которые защищали родину, отдавали за нее молодость и жизнь. Повесть, которую потом еще долго помнишь. В начале немного смешно, в конце до слез. Взяли, а? Пять девчат, пять девочек было всего-всего пятеро, и не прошли вы, никуда не прошли. Зори здесь тихие-тихие, пентами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые,